Затвор винтовки ТОТ-16. Да, он продольно скользящий. Так затвор открыт. Так закрыт затвор и взведена боевая пружина. Снять с боевого взвода очень легко. Можно оттянуть заднюю часть затвора и нажать на спусковой крючок и плавно отпустить затвор. Также можно поставить на предохранитель. Сейчас покажу это положение. Затвор находится в положении предохранитель. То есть при закрытом затворе можно поставить на предохранитель, повернув. Также можно взвести боевую пружину и выстрелить. Достается затвор тоже очень легко. Нажимаем на спусковой крючок и достаем затвор. Затвор отдельно от винтовки находится. Вот можно посмотреть, какой он.